Полсотни площадок и мероприятий в программе и того больше. Региональный профориентационный форум педагогических специальностей сегодня собрал участников. Это в том числе ученики школ 10 муниципальных образований. Артемий Заварзин увидел. Все флаги и флагманы образования сегодня в гости к уемлянам. Местная школа стала одной из площадок регионального профориентационного форума. Ученики из Талашской, Катунинской, Бобровской и других школ прибыли сюда вместе с родителями и учителями, чтобы получить свой билет в будущее. Задача форума в этот раз – увлечь детей педагогическими специальностями. Не рановато ли? В самый раз, уверены наставники. Потому что когда дети не знают, чего они хотят, у них нет мотивации. Поэтому это важно делать как можно раньше. По крайней мере, сделать так, чтобы у ребенка было представление о широком круге профессий. Да, чтобы они не замыкались на какой-то одной. Выбор форумного направления обусловлен указом президента России об объявлении года педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса работников сферы образования. На 50 площадках форума 70 мероприятий, интерактивные мастерские, профориентационные игры, показ тематических роликов и фильмов, экскурсии в центры дополнительного образования и кванториумы. Задача не в том, чтобы охватить как можно больше муниципальных образований, а чтобы вовлечь в этот процесс самих ребят. Вот мы сегодня прошлись по площадкам, где мастер-классы представлены, и ребята проявляют интерес. Вот на одной из площадок, пожалуйста, участвует представитель детсадовского сообщества, которая принимала участие в чемпионате «Юный мастер» по компетенции физкультура, спорт и фитнес. И там есть победитель нашего регионального чемпионата «Профессионалы» среди юниоров по дошкольному образованию. Вот это и есть ранняя профориентация. Форум одновременно проходит в 10 муниципальных образованиях. Представители колледжей и вузов рассказывают, мотивируют, осовременивают то, о чем, возможно, дети, родители и практикующие учителя уже знали. Что-то найти такое общее, ценное. И, конечно же, очень хочется, чтобы такие форумы они проходили и дальше, чтобы принимать в них участие и, может быть, как-то вместе приходить к каким-то решениям. На форуме также говорили о полезном опыте Всероссийского чемпионата «Профессионалы» и реализации проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который снискал популярность в Поморье. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, «Регион-29».